Приветствую всех вас в моих мирах ТКП. Я Санктум Лорд, фантаст и любитель конспирологических теорий. Я имею свое сугубо фантастическое неправильное мнение. И в случае отсутствия материальных доказательств прошу считать все изложенное мною в моих видео фантастическими рассказами. Итак, здравствуйте, Белый Ветер. У меня появились к вам несколько вопросов. Ну, по поводу одного очень веселого недуга, который называется аутизм. Итак, приступим. Да, давайте. Итак, первый вопрос. Что такое аутизм с точки зрения нашего мира и с точки зрения ТКП, то есть Тайной космической программы? Но с точки зрения нашего мира, это заболевание у детей, вызванное разными причинами. Есть генетические, есть с помощью разных медицинских препаратов, а есть в силу определенных травм. Тоже такое может быть, когда у ребенка недоразвиты именно определенные зоны мозга, чаще всего именно речевые, потому что он говорить не может. И там не только речевые, там еще задействовано очень много, не работает у этих детей лобная и височная зоны, и их надо прям вот стимулировать очень долго, прям тренировать, чтобы они были уже восстановлены. Потому что это начинается, если мы говорим о причине, когда генетическое, то это может быть обусловлено тем, что во время вынашивания ребенка, во время беременности, эти зоны мозга, они тоже были не сформированы правильно или с какой-то ошибкой, патологией, которую потом это и вызвало. И поэтому вот у детей такая особенность. Фактически эти дети, они могут никогда уже не заговорить или могут остаться на уровне того, что они мычат. Если мы говорим о том, что как в Европе решают такие вопросы, то они просто учат таких детей использовать разную технику в виде, допустим, планшетов, какие-то гаджеты. И там специально для них пишется приложение, где они выписывают предложением, что они хотят, чтобы они что-то сделали. Там с этим приложением они могут приходить в магазин. И сейчас это приложение они должны сами пальцами набирать, да? А вот есть такая разработка, когда внедряются в ребенка определенные вещи, да, и как вот сейчас чипы они пытаются отрабатывать, то ребенок будет просто мыслить, а техника будет озвучивать. Вот. И таким вот образом эти дети как бы будут социальными и будут как-то вписываться в общество. А если вообще ничего с этим ребенком не делать, то он просто как деградация есть определенная такая у него, да, то есть это дети, у кого есть такие заболевания, как энцефалопатия, когда там идет несформированность определенных зон и повреждение этих зон, участков мозга. И этот ребенок, он просто с этими повреждениями, он сам никогда не справится. Если кто-то думает, что он перерастет с возрастом и резко заговорит, это неправда, такого не бывает. Надо очень много работать с этими детьми и с разными специалистами. И в моей работе мы с этими детьми очень много работаем. То есть родители, если обращаются, то я как нейрофизиолог могу повлиять с помощью определенных упражнений, дать рекомендации, и дети начинают делать их вместе с родителями. Но также родители их вводят и на разную физподготовку, чтобы специальные специалисты с ними занимались, развивали их физику тела, потому что есть дети, у кого даже физика тела поврежденная, потому что есть дети, которые хорошие имеют физику тела, то есть они бегают, прыгают и ходят, и все у них нормально, да? А у кого-то даже физика тела пострадавшая, они не могут ходить. И поэтому с ними надо очень много работать. И надо здесь понять алгоритм, что у ребенка формируется речь, когда у него очень нехорошо закрыты уже все фазы до этого физиологически, да? Потому что если мы будем говорить о таких центрах, которые работают в разных городах нашей страны, именно с неговорящими детьми, то они сталкиваются часто с тем, что к ним приводят неговорящих детей. Это не всегда именно диагноз аутизм, но врачи его ставят, лишь бы не париться, как говорится, да, его всем приписывают.
А на самом деле там даже нет показаний, что это аутизм. Но просто ребенок, у него нет речи. А если нет речи, то врачи думают, ну, раз нет, ну, значит, это такая болезнь, ну, и пишут ее, да. А на самом деле там просто не закрыты определенные вещи, которые должны быть у ребенка закрыты изначально. Допустим, семья живет в арендованных квартирах постоянно, и ребенок был маленький, его воспитывали на подгузниках, а там было определенное отставание в развитии, и родители не знали, что с этим делать, а видели, что он не может своими телом управлять, да, то есть не может в туалет вовремя сходить и так далее. И поскольку помещение арендованное, то они эти подгузники не снимают. И есть такие варианты, когда и до 6 лет не снимают, и до 9 лет не снимают. И здесь надо понять, что пока не снимут подгузник, речи не будет. То есть надо снять сначала, научить его физиологически отвечать за свое тело. Это должны быть определенные там сформированы центра мозга, а потом уже физику тела подогнать, да, чтобы он мог бегать, прыгать и скакать, чтобы у него в его возрасте он мог делать все по физподготовке, то, что нужно его возрасту, чтобы не было там отставания в развитии. И только после этого надо говорить о том, как формировать речь. Потому что если такого ребенка отправить к логопеду и сказать, что логопед, давайте занимаемся ребенком, ставьте ему звуки, которых вообще нету, да, и там вся каша вообще из этих звуков, там ни одного звука не слышно, ничего нет, то логопед ничего не сделает, потому что там надо сначала первые закрыть фазы развития ребенка, а потом уже следующие. Итак, дополнительные вопросы можно сказать? Да, давайте, задавайте. Угу. Секундочку. Так, один момент. Вот что, может ли влиять на развитие ребенка, допустим, химическое производство, когда беременная женщина работает там? Обязательно, да, могут быть такие, да, вещи. Как патология беременности, да, может такое быть. Понятно. Дальше, а как влияют животные на развитие или на победу? Ладно, сейчас сформулирую. Как влияют животные, как они помогают победить данный недуг? Ну как, животные, они просто стимулируют у ребенка интерес к окружающим, да, потому что аутисты — это дети, погруженные в себя, и они не могут иметь контакт с окружающим миром. У них очень слабая такая способность. То есть они получают внешний сигнал, но мозг его не может обработать, и поэтому кажется, что он тупой, какой-то там замедленный или еще какой-то, да. А этот центр мозга, который должен эти сигналы обрабатывать, он просто нефункциональный. Его надо формировать, да, с нуля сидеть его вручную, как я говорю, тренировать, пока мы его все-таки не сформируем. Вот дети, которые играют с животными, у них как раз это формируется. Но это не значит, что животное научит его говорить. К сожалению, животное не разговаривает. Ну, так-то да. Ну, а про дельфинов что скажете? Дельфины, они могут влиять на определенные участки мозга и стимулировать с помощью своих сигналов, чтобы они начали работать, то есть каким-то образом. И это, конечно, надо к дельфинам иметь допуск, чтобы часто это было. Разовая акция — это не сработает. Это должно быть какое-то количество и как можно чаще. И тогда дельфины могут сработать как нейрофизиолог. Они могут включить те зоны мозга, которые надо, чтобы задействованы были. Дело в том, что дельфины, они считывают это все. А мы, люди, делаем это не очень. Ну, специалисты могут тоже там как-то по своим технологиям считывать с ребенка, какая фаза, что у него, какие повреждения и так далее. Но большинство не умеет такие вещи делать. А животные, да, дельфины же считают, что они очень умные животные. Еще ипотерапия, она тоже способствует развитию детей, отстающих в развитии. Она тоже усиливает их способность взаимодействовать с окружающим миром. Там тоже это все идет воздействие на физику тела. То есть через это ребенок начинает подтягивать физику. А у нас мозг — это речь, а двигательный аппарат. Если мы усиливаем движение, мы усиливаем речь. И за счет этого вот включаются эти процессы. Если у нас речедвигательные каналы в мозге, они не функциональны, их можно запустить с помощью движения.
И когда это происходит, тогда речь можно уже быстрее сформировать на основе этого. Но здесь надо понимать, что это начало, но это не конец. То есть можно с помощью дельфинов запустить процесс, а дальше надо, чтобы люди включались, надо, чтобы они работали и помогали, и формировали, и так далее. Надо понимать, что дети, у которых идет отставание в развитии из-за речи, да, как аутистов, они же начинают отставать в разных сферах жизни. Не только там не могут в школу ходить и учиться по школе, да, есть еще специальная школа для аутистов, которые в 15 лет, у них, допустим, программа в 9 классе, как у обычного ребенка во 2 классе. И, соответственно, это дети, которые, как они полуинвалиды, получается, если мы будем говорить о том, что как они впишутся в общество, будут ли они зарабатывать деньги, или они всю жизнь будут на иждивении своих родителей, то наша система образования, она ничего с этим сделать не может, и эти дети будут как полуинвалиды на иждивении собственных родителей. Вот так и получается. А с точки зрения СКП или ТКП, то есть СКП и ТКП одно и то же, так, сейчас формулирую. С точки зрения СКП, это что с детьми не так? Ну, это просто блокировки. То есть, когда забирают детей туда, они же в теле здоровом, у них там мегамозг, у них там все работает как надо и все остальное. А когда ребенка сюда возвращают, сейчас же у детей достаточно сильные способности, надо сделать так, чтобы они не могли ничего вспомнить. И им заглушки ставятся в мозг. Сильнее, чем, допустим, это делалось ранее, да, потому что у этих детей в каком-то спектре способностей больше. Хотя бы можно рассмотреть с точки зрения, что если в 80-х, 90-х можно было детей запугивать во время обучения, то сейчас этих детей с запугиванием не возьмешь. Надо через договаривание с ними идти, да? Вот так и здесь, что приходится усиливать системы, которые будут глушить их способности. И как глушат? Один из способов — это не давать спать. То есть эти дети, у них мозг стимулируется с помощью определенного оборудования. Оно может находиться как в теле ребенка, так и внешне, какое-нибудь там летающее что-нибудь устройство в невидимом режиме, да. Вот. И, соответственно, этот ребенок, он не может спать. А он не спит, а что такое нет сна? Это повреждение психики, это повреждение нервной системы, это повреждение всех способностей обучаться, да, когнитивные функции, они не формируются, они будут уничтожаться фактически, да. И чем больше лет ребенку, тем тяжелее формировать его когнитивные способности. А чем тяжелее формировать, значит, у него и речь, и двигательные функции будут тоже слабенькие. А если они слабенькие, значит, СКП будет радоваться, потому что доступы к секретности будут заблокированы максимально. Следующий вопрос. А почему стало рождаться так много детей с таким отклонением? А потому что у нас очень много патологий во время беременности. Возьмите даже тот факт, что женщина, она, когда во время беременности, она находится в каком состоянии? У нас женщина, которая не в стрессе, во время беременности, ее по пальцам посчитать можно, таких женщин. У нас женская консультация доведет ее до стресса. Есть даже целые системы, которые на 6-м, 5-м месяце беременности начинают рассказывать или внушать женщине, что у нее обязательно ребенок с патологиями. Они ее запугивают, доводят ее до какого-то бессознательного ужаса. И если эту женщину никто не успокоил, она может реально пойти на 7-м месяце беременности, согласиться, чтобы ей сделали кесарево и забрали этого ребенка, якобы он там даун и все такое. Дальше у нас делается огромное количество УЗИ. 12 раз УЗИ сделали, речи, двигательные каналы полностью уничтожены. Я с такими детьми работаю, это ужас, что они могут быть уже в 20-летнем возрасте, а у них будут когнитивные функции развиты на уровне 10-12 лет. Вот, то есть очень много факторов, которые не позволяют женщине вынашивать здоровых детей. А еще у нас есть такое понятие, как сознание женщины, ее вообще образ жизни. Многие женщины, они живут в качестве удобной. Что такое удобная женщина? Это женщина, которая в позиции жертвы, она забила вообще на себе, на своих способностях, на всем чем угодно, и она заслуживает любовь. И живет с кем-нибудь, кто ее постоянно унижает, оскорбляет и все остальное, да? А в таких позициях какой ребенок родится?
одни случаи, которые мне рассказывают часто на работе, я просто работаю, и там есть у нас такой вариант, когда женщина вынашивала ребенка, у нее был муж-алкоголик, и, соответственно, там были сплошные стрессы. И, конечно же, ребенок родится с патологиями. Дальше, а у нас есть еще кесарево. Очень много женщин не в состоянии родить ребенка самостоятельно. Мы сейчас не будем рассказывать, по каким причинам. Там тоже их бесконечное множество, начиная от сознания женщины, что вообще-то к этому готовиться надо, да, и обучаться, и тренироваться, и дыхание должно быть правильное. Вот даже один простой момент, что во время беременности должно быть правильное дыхание. Если женщина неправильно дышит, она опять же создает ребенку гипоксию прямо во время своей беременности. Что такое гипоксия? Это когнитивные функции будут слабые. И, соответственно, он обязательно с отклонениями родится, обязательно с нарушениями родится такой ребенок. А сколько пытаются сделать детей на ЭКО, а с помощью лекарств обычные женщины идут к врачу и говорят: вот у меня там такие-такие проблемы, дайте лекарства, чтобы у меня этих проблем не было. Дают лекарства. И опять же мы получаем кучу спектров патологии, когда ребенок родился и так далее. И все это мы замечаем, когда ребенку надо отправлять в 6-7 лет в школу, когда или психолог разбирается, готов ребенок к школе, или уже он в школу пошел, и учитель жалуется бесконечно своим этим родителям этого ученика, что он у вас вообще недееспособный, в школе ему места нет. И его надо куда-то переводить. У нас очень много факторов. Поэтому здесь надо поднимать сознание людей, а у нас сознание людей очень слабое в этом плане, у нас идет мощнейшая деградация людей. Вот. И те вещи, на которые не обращаются внимания, они являются важными. А возьмем тот фактор, что женщина, она просто социально не защищена. Допустим, у нее нет денег, чтобы выносить беременность, чтобы нормальное питание было, да, чтобы она не работала на каких-то вредных производствах, чтобы она могла посвятить своему ребенку хотя бы год первой жизни и во время беременности не работать. А она в ужасе и страхе работает на нескольких работах, чтобы заработать себе эти деньги, чтобы накопить на роды, чтобы пойти эти роды и пережить, врачам заплатить, и чтобы ребенок все-таки родился, а потом уже она опять, а где-то надо опять жить, а многие живут на аренде, и надо зарабатывать деньги, и вот оно пошло по кругу. У нас очень много вопросов связано с мужской половиной населения, которая несет ответственность за то, чтобы женщина могла спокойно, в хороших, правильных условиях создавать свое потомство. Да? Но у нас очень много инфантильных мужчин, которые ведут себя как дети, которые не могут обеспечивать потребности женщин. А потом сценарии семейные, в которых родились сами женщины, да? Что это такое? Это когда мама, папа вечно были в скандалах, она только видела эти вечные скандалы, дрязги, алкоголь, и что она там только не видела в своей жизни. Она выбирает, опять же, себе такого же мужа и точно так же живет. А в такой семье будут здоровы дети? Никогда не будут. Они всегда будут с патологиями. Вот такая вот история. У нас это социальный вопрос, он очень большой, и тут за 5 минут не расскажешь, не решишь эту проблему. Это проблема каждого человека, который хочет думать о будущем. А многие люди не хотят думать о будущем, они выживают. Они живут только сегодняшним днем или предпочитают об этом не думать, предпочитают забываться в алкоголе или в каких-то других деструктивных привычках. Можно ли выявить аутизм в раннем возрасте? Допустим. Да, если ребенок у вас не говорит, как вот по расписанию, да, у логопедов можно спросить, там у них идет гуление, должно быть, да, в год определенные звуки, а в 2 года ребенок должен уже говорить слоги и короткие слова. Обычно в это время дети любят говорить начало слова и конец слова. У них там свой стиль такой выражать. Они еще не могут, у них артикуляция слабенькая, и они не могут полностью все слова до конца выговаривать. Они говорят земляника, они говорят земка, там, ну, кто там как говорит, у каждого свой стиль ребенка. И к 3 годам у него должна быть абсолютно чисто сформирована речь, как у взрослого человека. Он должен говорить предложениями достаточно такими, не короткими в 2-3 слова, а в 6-8-20 слов. Абсолютно понятно выражать мысли у него, словарный запас должен быть достаточно хороший. Вот если этого в 3 года нет,
то уже пошли какие-то патологии. А какие пошли патологии? Обычно, когда в 2 года ведут к врачу, неврологу, он говорит, у вас задержка в развитии, идите домой. В 3 года у вас задержка в развитии, идите домой. Или выписывают какие-то разные сильно действующие лекарства, которые проблемы часто не решают, только усугубляют, они мозг разваливают, а его не восстанавливают, да, не усиливают. Хотя врачам доказывают, что якобы все наоборот. Вот. И, соответственно, что получается? Что ребенок, он просто никто не может ему оказать помощь вовремя и правильно. И родители не понимают, что с этим делать. Или родители находятся в таком тяжелом деструктивном состоянии, особенно те, кто у нас ветераны СКП, так называемые, даже если у них памяти никакой нет, и они понятия не имеют, что они такое отношение к СКП имеют. Этих людей настолько загнали в состояние выживания, что у них сил нет на детей, у них нет сил, чтобы разбираться физически. Это же сколько надо сил, чтобы к стольким специалистам вводить? Это кучу денег надо, что надо еще уметь зарабатывать столько денег. А кто у нас так может? Это очень мало кто может. И поэтому эти дети часто брошены на бабушек, дедушек. Бабушка, дедушка просто их это кормят, поят, на улицу выводят, и он у них лежит как растение, и больше ничего с ними не происходит. Я очень много знаю таких историй. Понятно. Так, ну, допустим, вовремя не отказались от соски, например. То же Это самое в не такая отрицательную сторону. трагедия. Это не такая трагедия. Это можно решить эту проблему быстро. Там будут определенные проблемы с прикусом, артикуляцией, но это не настолько глобально ляжет на формирование речедвигательных функций. Если родители не умеют выражать эмоции, вот как у ребенка формируется речь, да? Она у них формируется с считывания с лица взрослого эмоций. Он слова не понимает. Дети слов не слышат, они слышат эмоциональный фон. Они смотрят на лицо матери, которая смотрит в глаза ребенку и считывает с нее эмоции. А если мы возьмем фактор, что у нас большинство женщин, у кого не говорящие дети, они не эмоциональны, они не умеют лицом выражать эмоции. Они всю жизнь подавляли свои эмоции и чувства, потому что плевать всем было на их эмоции и чувства с самого детства. И они, когда хотели выражать, им говорили, перестань реветь, плакать, и все нормально, иди отсюда, не мешай работать, да? И дети, они так и растут, как растения, да, сами по себе брошены. Вот. А если эмоционально у мамы не выражены эти вещи, если она не умеет этого делать, физиологически у нее просто нет этого, не сформировано, она холодная мама, да, так называемая, вот, то, соответственно, да, не будет речи сформированы, либо какие-то проблемы с этой речью. Понятно. Детям нужно внимание. В Да, первую а еще очередь эмоции. сладкая, вот очень тоже интересная штука. Очень много Сладкое. детей живет на сладком. Почему? Потому что они хотят вот этот недостаток внимания, любви, тепла и всего такого заменить вот этим сладким, да, ощущением, что я здесь живу еще. И вот они это сладкое едят. А что делает сладкое? Это сладкое начинает, у них психика и так слабенькая, нервная система слабенькая, а сахар начинает еще больше усугублять ситуацию. Поэтому у этих детей начинаются проблемы с психикой, несдержанность в эмоциях, они ведут себя как-то агрессивно, они могут вообще неадекватно себя вести. И чем больше у них будет еды такой сладкой, всякой модной еды, тем больше будет агрессивности, негатива и всего остального. То есть там надо очень сильно на режим дня смотреть. Многие родители, у кого дети по ночам не спят, они вообще не знают, как решается проблема со сном. И они как ее решают? А никак они не решают. Они сидят и дежурят своим ребенком и не спят. Или спят сами, а ребенок не спит, да? У кого как? Кто-то на гаджетах сидит, этот ребенок всю ночь. А это еще больше перегрузка зрительного анализатора. Это еще больше уничтожение его психики. Особенно в ночном режиме детям нельзя такое делать. Они должны спать. У них психика должна быть защищена. А психика идет под обстрел. И получается конфликты в семье, недоговоренности какие-то, телефоны, всякие гаджеты, мультики, а там агрессии этого завались сколько.
а у него фильтра нет, он смотрит все подряд и смотрит все самое-самое отборное, и все то, что не нужно, то, что его явно не развивает. Потому что если он будет смотреть то, что его развивает, это же надо, чтобы мозг напрягался, а он не умеет напрягать мозг, у него нет чем его напрягать, это формировать надо. Вот. И, соответственно, идет такая система по кругу. То есть усугубление, усугубление, усугубление ситуации. Если родители думают, что ребенок сам от телефона вылечится, никогда он не вылечится, он наоборот на него сядет еще больше, это наркотик, причем настоящий, и причем ведущий к психиатрическим заболеваниям. Ну и плюс еще скрытое прописывание программ, программное обеспечение телефона. Ну да, там искусственный интеллект подключается, начинает контролировать сознание, формирует полностью сознание этого ребенка, и он его создает таким, каким надо ему. Вот так вот. Поэтому там надо вообще этим родителям очень сильно заморочиться на то, как выстроить режим дня своего ребенка. Если он у него ходячий, этот ребенок у родителей, если он может двигаться и бегать, можно за счет двигательной активности его так выгуливать, чтобы он приходил уставший и просто засыпал от усталости, да? То есть там надо просто ребенком заниматься. А стиль, когда мы не занимаемся, а ждем, что само оно пройдет, оно закончится тем, что срок годности у самих родителей нервной системы истощается, если они не спят ночами. И там инсульты рядом лежат. А у детей будет не сформированный мозг, он будет просто сделанный, знаете, очень искаженным. И этот искаженный мозг, он, его лечить с каждым годом все тяжелее и тяжелее, все тяжелее формировать у него то, что должно быть в нем. Что такое стереотипные движения или стереотипия у аутистов? Что они означают? И что чувствует данный ребенок, когда делает эти движения? Здесь идет речь о том, что ребенок может делать одно и то же движение, и взрослый не понимает, зачем он это делает, да? То есть, допустим, он будет качаться из стороны в сторону, или будет стучать там ногой обо что-то в безостановочном режиме, да, или будет сидеть на стуле, качаться вперед-назад, и будешь думать, ну что ж такое, ну когда он уже успокоится. И вот здесь надо понять, что вот эти вещи, они на самом деле связано часто с неврологией, да, то есть невротические проявления. Иногда это не сформированность определенных зон мозга, и идет просто подвисание, так называемое, у ребенка. Он просто импульс идет, импульс затухает в мозге, потому что таких нейронных сетей нет, такие участки мозга или отсутствуют, или не сформированы, или они какие-то недоразвиты и так далее. И получается такая ситуация, что поскольку мозг — это речедвигательная система, то через движение запускаются мыслительные функции, да, потому что мыслительные функции, они без речи не существуют. Потому что если мы возьмем каналы в мозге или нейронные сети, их называют, которые отвечают за речь и за мысли, да, вот идут мысли, и человек думает внутри, у него есть такая внутренняя речь, да, вот по каким это идет нейронным сетям, все по тем же самым, что отвечает за речевые, да, функции человека. И, соответственно, поскольку мыслительные какие-то способности, допустим, он находится на улице, он не понимает, что происходит, он не может идентифицировать обстановку, где он находится, что происходит, как надо реагировать. И у него идет подвисание. Первое, он не чувствует себя в безопасности, и поэтому мозг, чтобы стимулировать себя и как-то включить систему аналитики, он вынужден запускать движение. А какое движение у этого ребенка, допустим, естественно? Один будет качаться на стуле сидеть, а другой будет стоять и топать ногами, да, а какой-то еще будет как-то по-своему с одной ноги на другую, или как-то руками там будет вращать и так далее. А взрослый человек, который стоит рядом, он вообще не понимает, что за неадекватно начался, да? А для ребенка это стимуляция мозга, элементарная стимуляция. Без этой стимуляции у него вообще не будет никаких функций. И поэтому он вынужден это делать. Со стороны может это казаться как-то неестественно или как-то очень глупо, но тем не менее это есть. Если мы возьмем детей, которые имеют, допустим, такие синдромы, как гиперактивность, СДВГ, и этих детей посадить обучаться,
то все эти дети будут также качаться на стуле вот так вот все время вперед-назад, они будут делать какие-то одни и те же движения, они будут стучать ручкой по столу вот так вот в безостановочном режиме, и родители будут кричать: «Перестань стучать!» там и все остальное, да, потому что у родителей-то нервы сдают, они не понимают, что происходит с ребенком, а у него идет стимуляция. Без этой стимуляции он вообще будет нефункционально, он или в спячку уйдет, просто заснет. Или вот, ну, система не работает, знаете, как завис компьютер, и все. А как его включить, его перезапустить? Ну, вот он перезапускается через движение. Поэтому у каждого ребенка есть свои специфические движения. Они могут раздражать родителей, они могут вызывать какой-то дискомфорт. Но это вот такая история. Первое, что здесь надо понять, что ребенку надо почувствовать себя в безопасности, потому что когда он будет чувствовать в безопасности, он будет меньше это проявлять. То есть у него невротическое вот это состояние, которое начинается, оно пойдет на нет, потому что одна из причин — это страх. Страх надо убрать. Нет тревоги, страха, он спокоен, и он начинает по-другому реагировать. Дальше это надо ему объяснить, что происходит, или с ним происходит, или вокруг происходит, словами ему объяснять, разговаривать с ним надо. И тогда он поймет, что я в безопасности, все нормально, здесь ничего страшного нет, все происходит хорошо и так далее, да? Вот, то есть сейчас это особенность у многих детей на самом деле, потому что нервная система, она не формируется правильно в нужном возрасте, и у детей есть вот такие особенности, отклонения, так сказать, в поведении и так далее, и так далее. Понял. Благодарю за ответ. Ну вот, мы плавно подошли к следующему вопросу. Может ли некачественная пища спровоцировать этот недуг, аутизм? Нет, она не может провоцировать. Она может стимулировать, усиливать, усугублять, но она не может быть провокатором. Провокаторы всегда лежат. Причинно-следственный ряд — это родители, я всегда так говорю. Это генетика, это мировосприятие, это очень много чего. Родовые какие-нибудь истории, это всегда там лежит. Просто так ничего не бывает. Просто так дети с патологиями не рождаются. Если надо залезть в историю самих родителей, посмотрите, как у них психика сформирована, как у них речевые каналы, мы увидим, что там были какие-то проблемы в этих местах. Просто у родителей они как бы прибежали, да, как бы проскользнули, а у ребенка это все усугубилось. И вот если нервная система у родителей слабая, то у ребенка она будет еще слабее. А это как раз показатель тому, что будут какие-то проблемы с мозгом в любом раскладе. Я знаю случаи, когда родители работают над собой, они очень много меняют себя, они меняют свое психоэмоциональное состояние, они управляют собой, начинают по-другому, они установки убирают, там, сценарии родовые убирают, кучу всего убирают. И у них дети почему-то начинают сами как-то выздоравливать, никто не понимает, каким таким способом. Ну, вот такие случаи бывают. Но это большая работа, и возиться так много люди не могут, потому что все заморочены на зарабатывание денег и выживание. Это очень трудозатратно работать над собой. И плюс получается, что специально вводят в такие условия. Ну, специально вводят, это позиция жертвы, да, человек находится в позиции жертвы и говорит: вот все такие плохие, меня из КП достало, довело меня до кондиции, я теперь вообще не дееспособный человек. А на каком основании из КП могу так довести человека? Потому что он был в позиции жертвы. И я уже много отвечала на вопросы подписчиков у себя на канале, что как только человек выходит из позиции жертвы, когда он начинает сам управлять своей жизнью, то, оказывается, с ним начинают считаться, и по-другому уже договора подписывают, и уже что-то там менять начинают. Не получится уже, не прокатывает система старая. Но я говорю, что это большая трудозатратная работа, вот сидеть и напрягаться, понимаете? Это надо очень сильно захотеть, это надо внимание уделять, это время надо уделять, это надо менять свой образ жизни. Потому что родитель получает больного ребенка для какой-то задачи, это разговор с Богом, да? Разговор с Богом о том, что, пожалуйста, а что ты не дорабатываешь, а что ты не сделал еще, а в чем слабая сторона? И человек начинает задумываться, он начинает над этим работать. И вот он это меняет, 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 в какой-то момент меняется полностью вся система. Но самое главное, что следующим поколениям не будет передаваться то же самое, и усугубляться ничего не будет. Ну и подходим к последнему завершающему вопросу.
Есть ли способы и методы, чтобы победить этот недуг? По возможности расскажите поподробней. Да, это называется ежедневная работа родителей. Первое – это желание. То есть родитель должен сказать, что я хочу это изменить. И дальше мы идем о том, говорим, что есть у Манашвили такой образ, что мы видим ребенка здоровым, да, то есть на 20 лет вперед, каким мы видим своего ребенка, мы вкладываем в него этот образ. И вот родитель, он начинает работать, такую ментальную у него работа идет, да. Потом идет работа с тем, чтобы что у нас есть по факту, когда есть сложный случай, легче случай, да, надо знать причину. Самое первое, что надо знать причину. Какая причина у конкретного ребенка в его заболевании? Это приобретенное заболевание. Это во время родов они получили такое заболевание. Это делали какие-то медицинские вещи, и что-то случилось. Это какие-то посттравматические синдромы, там, допустим, авария была, удар, ушиб, там еще что-нибудь, да? И так далее. Надо разобраться. Причина в следственном ряде. Как только обозначили причину, понятно, что теперь с этим делать. То есть надо найти специалиста, который знает, как с этим работают. Соответственно, эти специалисты – это нейропсихологи, нейрофизиологи и так далее. Очень много специалистов сейчас работают с аутистами. Сейчас есть даже целая специализация, которая только с ними работает. Вот. И, соответственно, когда выяснили причину, назначается определенный формат, как будут решать эту задачу. И там подключается не один специалист, а какое-то количество. Один отвечает за физические процессы, другой за интеллектуальные, третий за поведенческие, четвертый за психологические. А еще это идет совместная работа с родителями. Родителям тоже нужна помощь, очень большая психологическая поддержка нужна. Объяснение причин следственных рядов, почему у них это произошло, потому что у таких родителей дикое чувство вины. Они думают, что вот мы такие великие, виноватые, вот теперь мы ничего с этим не сделаем. И это чувство вины блокирует их силы, забирает у них здоровье, и очень много чего еще забирает, и так далее. Да? Когда надо принимать решения, они впадают в детскую позицию, ничего не делают, и сил у них нет ничего делать. Да? Вот. И они просто работают и с собой работают, и с ребенком работают, и вместе решают эту задачу. Это семейная задача, это не задача одного родителя, на которого все повесили, и сказали, иди сам разбирайся. Допустим, мама идти по специалистам, а папа, я пошел деньги зарабатывать. Не получится, оно должно быть совместно, потому что ребенку важен и мама, и папа. Они вместе создали такого ребенка, они вместе должны починить систему. Вот. И рано или поздно они могут это все изменить. Если у них есть желание, к ним придут и специалисты в их жизнь появятся, и появятся возможности, и даже придумаются способы, как деньги зарабатывать, и все очень много чего придумается. Главное, чтобы было желание и понимание, что можно решать задачи. А задачи решать можно. Сейчас есть способы, как можно это решать. Их очень много на самом деле. Просто когда родитель оказывается один на один с этой ситуацией, он думает, что это навсегда, что ничего невозможно изменить. Максимум, что можно сделать, это чтобы родился еще один ребенок, который будет нормальный, здоровый, и он будет научиться зарабатывать деньги и будет содержать этого своего брата или сестру и так далее. То есть фактически на ребенка вешается опять же ответственность родителей. А каково этому ребенку жить с этим? Это тоже очень весело, я так думаю. Это тоже будет убивать его здоровье и все остальное. Поэтому здесь надо решать задачи изначально из позиции взрослого человека, а не из позиции жертвы, из позиции ребенка, из позиции, что я ничего не знаю, ничего не умею, и вообще пошли все куда-нибудь, не хочу этим заниматься. Здесь надо просто взять на себя ответственность, сказать, да, я готов решать задачи, я пошел ее делать. Тогда пойдут и силы, и возможности, и все будет как надо. Ну, в общем, белый ветер, спасибо. У меня вопросы кончились. Может, хотите что-нибудь добавить? Я хочу добавить только одно, что родители, которые живут с аутистами, они думают, что это очень тяжелая ситуация. А есть у кого-то еще более худшие ситуации. А у кого-то дети не настолько запущенные в развитии, да, не с такими патологиями, а на них родители думают, что это самое страшное, что может быть с этими детьми. Они там, допустим, в третьем-четвертом классе плохо читают
и родители думают, что вот такие дети плохие, плохо читают. У них просто мозг не сформирован, надо опять же этим ребенком заниматься, а родителям не хочется. На моем канале есть такая специальная рубрика в плейлисте, она называется «Обучение с белым ветром». Вот там вы можете найти, как развивать когнитивные способности детей. Там даются рекомендации, что делать с разными вариантами техники чтения, когда дети плохо читают. И я постаралась максимально дать материал, который может помочь родителям как-то навести порядок в своей голове и понять, как вообще детей обучают и что с ними можно делать. Где работа родителя, а где работа ребенка. И не опускайте руки и не думайте, что вы один брошенный, никому не нужный человек. Вы должны знать, что таких людей сейчас очень много. И да, не так много лучших специалистов, которые реально очень быстро решают такие задачи. Но они есть. Они есть в вашем городе. Они есть среди ваших знакомых. И вы просто берете, ищете. У вас есть интернет, вы идете, ищете и копаете, и вы находите. И надо просто верить в успех того, что вы делаете, потому что без этой веры у вас ничего не будет. И просто каждый день вкладываться в этого ребенка, вам не надо бесконечно сидеть с ним с утра до ночи, там учить буквы, слова и говорить его учить. Вам это надо делать просто с отстающими детьми. Идет схема маленькими подходами по 10-15 минут, всего 3-4 раза в день. За это время делаются определенные вещи, которые вам должен подсказать специалист, что делать конкретно в вашем случае. И вот такими подходами постепенно вырабатывать дисциплину этого ребенка, вырабатывать режим дня. Пока вы не создадите ему режим дня, вы должны понимать, что вы не вылечите его никогда. Потому что дети, которые не спят по ночам, это дети, обреченные на то, что они будут психопатами через ближайшие 10 лет. Но невозможно ребенку сформировать мозг, если он не спит. Ну, не бывает такого. Он должен нормально спать. Если у него есть еда, которая ему всю психику сводит на ноль, то эту еду исключить из его жизни, потому что есть такие продукты, которые очень негативно влияют на его нервную систему. И просто обратить на это внимание. Сразу вы не уберете, но постепенно вы будете убирать. Как показывает практика, у родителей, у которых есть такие истории, они часто на очень много факторов, которые влияют и могут изменить весь ход событий, они мало того, что не обращают на это внимания, они считают, что это нормально, и разрешают своим детям какие-то вещи. Или они думают, что у них нет сил, чтобы справиться с этой ситуацией. И я скажу, что сила появляется ровно в тот момент, когда родитель говорит, что я готов взять на себя ответственность. В момент, когда он из позиции ребенка превращается в позицию взрослого. И он должен понять, что он взрослый, что он уже вырос, что он уже деньги зарабатывает, что он уже профессионал в какой-то деятельности. И если он там состоялся как профессионал, значит, он может состояться как родитель. Изучайте материалы по воспитанию детей, особенно современных детей. Изучайте материалы, как нужно взаимодействовать правильно с своим ребенком, если вы в чем-то сомневаетесь. И просто советуйте с кем-то, найдите тех людей, с кем вы можете постоянно быть в контакте, советоваться, спрашивать, изучать. Задавайте глупые вопросы этим специалистам. Пусть вам будет казаться, что вы самый глупый ученик на этой планете. Но в позиции ученика вы очень быстро сможете вырулить эту ситуацию. А в позиции, что я очень умный, я все знаю, пошли все нафиг, вы никогда ничего не сделаете. Это невозможно. Потому что сама эта ситуация — это урок, это жизненный урок. А жизненный урок можно прийти только в позиции ученика. Поэтому я вам желаю сил, веры в себя, веры в то, что вы справитесь и что у вас обязательно все получится. У каждого человека дается свой жизненный урок. У кого-то он более в чем-то тяжелый, у кого-то в чем-то легче. Но в любом случае вы можете справиться, если у вас есть желание. На этом все. Желаю всем удачи и до скорых встреч. До скорых встреч.